Друзья мои, всем привет! С вами Кухня с акцентом. Меня, конечно же, зовут Зураб. Сегодня я вам покажу очень интересный рецепт. Покажу такие медальоны из мяса, из фарша. Знаете, по вкусу это что-то среднее между колбасой и котлетами. И что главное, готовится это все очень легко. Вот когда к вам гости должны прийти, вы на столе хотите создать вкусное разнообразие, этот рецепт вам в помощь. Он вам очень понравится. Смотрите, друзья, мясо. Я делаю всегда из куриного филе. На самом деле из любого мяса можно, но так как куриное филе более-менее нейтральное на вкус, под этот рецепт особенно подходит. Я взял филе бедра, но из филе грудки я тоже делал и тоже очень вкусно получается. Просто учтите, что из филе бедра оно посочнее. Еще вам обязательно понадобится вареный копченый бекон. Эта часть бекона одна, она уходит в саму начинку. И еще вам понадобятся вот такие пластинки из бекона. Тоже, кстати, берите вареный, копченый. Это важно, потому что если возьмете сырой, он немножко грубоватый. На самом деле он тоже вкусный, как-то особых проблем не создаст. Но вареный, копченый тут больше подходит. Совсем идеально, скажем так. Все, ладно, друзья, приступаем. Вы сейчас сами поймете, насколько это простой и в то же время очень вкусный рецепт. Для начала мясо нужно прокрутить. Вот эти пластины не прокручивайте, ни в коем случае. Прокручиваем куриное филе и вот этот кусочек бекона. Дорогие, смотрите, важный момент, учесть надо, чтобы блюдо идеально получилось. Для начала у нас маленькая сеточка. И через эту маленькую сеточку сейчас прокручиваем лук, прокручиваем бекон и примерно четвертую часть филе. Остальное надо уже через крупную. Начинаем. Подготавливаем продукты, нарезаем лук, затем бекон. Бекон порежьте так, чтобы он легко проходил через сеточку. И, как я и говорил, прокручиваем четвертую часть филе. Ребят, сразу сеточку меняем и ставим вот такую крупную. Наверное, вы обязательно меня спросите, а можно ли через тонкую мясорубку, сеточку точнее, все прокрутить, если у вас нет крупной? Конечно, можно, но для чего вот этот вообще весь процесс делается, друзья? Потому что если все через тонкую, то текстура немножко другая. Более так, знаете, на паштет похоже. Сейчас мы уже остальное мясо прокручиваем крупно, а мелко прокрученное мясо и бекон выступают, знаете, как такой своеобразный клей. Они связывают все большие кусочки. И на вкус это влияет. Знаете, когда чуть крупные кусочки попадаются, то ощущения тоже немного другие. Ладно, прокручиваем. Затем, друзья, нарезаем петрушку. Кстати, доску можно не менять, потому что петрушка полностью идет в фарш. Затем добавляем, друзья, чуть-чуть соли. Вот на это количество продуктов нужно примерно чайную ложку. Кстати, с солью надо быть осторожнее. Попробуйте, если бекон очень соленый, может соль вообще не понадобится. Сюда же отправляем сухие специи. Кстати, вся граммовка, все описание рецепта в описании к видео и закрепленном комментарии. Тщательно все перемешиваем. После того, как фарш хорошенько вымешали, нам нужен противень и пергамент. Знаете, как отрежьте, друзья, чтобы пергамент немножко за край заходил, потому что во время приготовления бекон будет выделять жир, и чтобы он не стекал на противень. Вот, вот так, и у нас противень останется чистенький. Кстати, сразу духовку включаем на 180 градусов и плюс режим конвекции, пускай воздух гуляет. А сейчас давайте медальоны просто будем формировать. Берем столовую ложку, которую я не взял. Берем одну пластину бекона, мясо. Кстати, можно достаточно большие делать котлетки, это совершенно не проблема. Размер котлеток регулируйте сами. Делаем вот такую котлетку, кладем и закручиваем. И вот этим, друзья, нахлестом кладем вниз.
Вот так. Берем мясо в руки. Фарш такой, друзья, достаточно податливый, он к рукам не липнет. Объединили, сделали его однородным. Закручиваем. И опять нахлёстом вниз. Дорогие, у нас получилось ровно 12 таких котлет. Смотрите, момент какой. Я делаю их достаточно большими. Но если к вам идут гости, да, и много будет человек, просто сделайте их чуть поменьше. И по количеству тоже будет больше. Знаете, чтобы все попробовали, чтобы могли там 1-2 раза поесть. Не так, чтобы, знаете, одна штука, чтобы и все, на этом закончилось. На столе же должно быть много их. Потому что они при этом очень вкусные и улетать будут, вот увидите, как семечки. Сейчас, друзья, режим конвекции выключаем, духовка уже нагрелась, скорее всего, и отправляем туда наши медальончики. Сколько по времени займет, я вам чуть попозже скажу. А давайте сейчас делаем вкусную намазку, глазурь. Я же вам всегда советую, что когда вы делаете что-то, мясо какое-то запекаете в духовке, всегда глазурь делайте. Друзья, это знаете момент какой? То, что вы блюду добавляете чуть-чуть еще определенных ноток. Остринки, кислинки, легкой сладости, пряности. И это очень классно, потому что тонкая глазурь, она вкус блюда не перебивает. В то же время дополняет и делает его богаче. Я хочу сегодня, знаете, такую вот, все вместе, это остро, кисло, сладко-пряную. Что-то наподобие. Поэтому начинаем с меда. Столовая ложка меда, 3 столовые ложки кетчупа, винный уксус, столовая ложка, можно взять яблочный, можно обычный, это совершенно не проблема. Кислинку хочу так, знаете, друзья, очень-очень слабую, где-то на фоне. И огненно-острый соус, чили соус, огонь какой острый. И сладкая горчица, столовая ложка. Вот глазурь, который я вам сейчас показываю, вы уже на канале видели, потому что это мое любимое. Не обязательно вот так делать, друзья. Добавьте свои любимые вкусы. Добавьте барбекю соус, соус баффало, добавьте ту же шрирачу, добавьте табаско. То есть то, что вот особенно вас привлекает. И тогда блюдо станет для вас лично еще вкуснее. Ладно, сейчас немножко прогреваем, чтобы все эти вкусы тут смешались. Тщательно, друзья, перемешиваем и ждем закипания. Ждем закипания, и как только закипит, минуты 2-3 кипятим, постоянно помешивая. Не больше, ребят, потому что тут мед, много сахара, все это может сгореть, будет потом горчить. Видите, вот закипело. 2-3 минуты буквально активно помешиваем. Это нужно еще для того, чтобы лишняя влага выпарилась, соус стал гуще, и он будет к нашему продукту намного легче приставать. Все, друзья, наша глазурь готова. На медленном огне прокипятили 2-3 минуты. Дожидаемся медальончиков. Ребята, вы посмотрите на эту красоту. Друзья, момент какой? Вот в целом все готово уже. Их можно употреблять, это очень вкусно. Но я глазурь, как и говорил, сейчас буду делать. Единственное, я сначала, друзья, уберу отсюда котлеты, чтобы жир лишний слить. Не хочу, чтобы они вот в этом жиру плавали. Важный момент. Чуть не упустил, у меня это заняло примерно 35 минут при 180 градусах. На меня, ребят, не ориентируйтесь, это так грубое время, потому что духовки у вас разные. Я уже вам рассказывал, что моя духовка немножко неадекватная, ребят. При маленькой температуре он почти не греет, а как температуру поднимаешь, знаете, все сжигает просто, как напалмом. Поэтому там просто время от времени поглядываем, но это несложно. Ладно. Я просто жир сливаю, обратно на противень отправляю котлеты и вот эти глазури намазываем. Смотрите, намазка какая, глазурь густая. Дорогие, обратно в духовку, режим конвекции, минут на 10-15, следить надо. У меня, думаю, 10 минут это займет. Тут какой важный аспект. Вы должны проследить, когда глазурь уже чуть подсохнет сверху и начнет жариться, в этот момент вытащить, потому что тут же много сахара, и сахар может быстро сгореть. Поэтому далеко не уходим от блюда, короче, следим, ну. Ну что ж, друзья, все готово. Посмотрите просто, какая красота. Ух!
А вот из него мы сделаем дегусташвили. Просто посмотрите на эту красоту. Ну что ж, проводим дегусташвили. Конечно, если я не обожгу. Сейчас. Фу-фу-фу. Ой, что-то непередаваемо вкусное. Глазурь просто как вишенка, а сама котлета сочная, вкусная. Друзья, 10 из 10. Это так вкусно, оригинально, пряно и такой, знаете, немножко своеобразный новый вкус. Я думаю, вы попробуете, вот это вы точно зацените. Что, опять-таки напоминаю, главное, что готовится очень-очень легко и просто. Порадуйте и своих домашних, и гостей. Ладно, дорогие, надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, мы как бы ради вас и старались. И вы же помните, на этом канале заботятся, чтобы вам на этом свете жилось повкуснее. Всем спасибо, до встречи, пока-пока.